4 на планете. Так, ну ладно, шахматы комбо. Ну что, не играй, играй. Нет. Что это за ход? Что это за ход? Я так никогда не делал. Если он сейчас взял бы Е5, то это был бы мат после верза Ш5. Стоп. Ходи уже. Что ты делаешь? Так. Все, теперь надо придумать, как провести матовую атаку из ничего. А мы без фигурки, что ли? Нет, без пешки, но и позиция как труха. Нет, нет, он сейчас пойдет G3, и ты сдашься. Он не пойдет G3. Он что, совсем что ли? Смотри, есть шанс, что он пойдет E6, используя связку, и мы забираем слона. Да, но он не пойдет. А вдруг? Накинь H4. Погоди, погоди. Я думаю, он может так пойти. H5, пойди. Погоди, может, вдруг он пойдет E6? Да не пойдет он E6. Ну видишь, он думает, значит, он видит E6. Ему кажется, это очень заманчиво. Вот видишь, как я грамотно? Тебе повезло. Везет сильнейшим. Вот да втыкай ее туда. Не смущает тебя? Я понимаю, конечно. Будем убивать все пешки. Не, вот так-то неплохо теперь. Абсолютно шикарно. Мощнейшая атака на короля идет. Так, ну все, нам осталось 3-0. Поставить ладьи по линии HG и дать мат. Все как учили. Так, уже чуть-чуть не получилось. Начало этого плана не задалось. Вот, стоп. Почему не D4? Как он будет слона защищать? Как они умудряются сами себя просто напарывать на все эти трюки. То есть у меня даже мысли не было, что этого слона можно поймать до вот этого хода. Вот видишь, он решил отдать слона. Все равно он на белых получше, да? Может и нет, кстати. Фигура какое-то значение имеет. Да ты что? Шахматы. Хотя, конечно, пешки тоже. Держи. У него уже предход какой-то пошел. Так, уже лишняя ладья, да? Да, но пешек все еще много. Когда лишь мат вводит. А нет, мат. Вообще мат. Ого, какой конь, смотри. Так. Может скинуть качество? Не знаю, как половче я тут скину, действительно. Хоть конь потому, что мешает. И у нас очень мало пешек, понимаешь, если мы скинем качество. Я не знаю, зачем ты их всем вначале отдал. Да, именно я этим и занимался. План-то неплохой был. Так. Ладно, надо сохранять напряжение. Сохранил. Да, начало не сохранить, я не задалось. Но пора снимать напряжение. Не, пешки до сих пор опасные. Не, ну белых не хуже. Белых сколько пешек? 4 пешки за фигуру. До сих пор. Знаешь, что самое обидное? Они идут. Ну, ешь одну-то. Мы успеваем или нет? Давай попроверим. А, ну так все понятно. Должно быть легко выиграно. Особой легкости, наверное, нет, но как-то выиграно должно быть. Ну все, теперь точно легко выиграно. Мне кажется, он продешевил. Как ты угадал? Что тебя намекнуло на этого? Человека рейтинг за 2000 уже.